Пчелы прилетели сюда ближе к обеду. Целый рой облюбовал молодое дерево. Я боюсь пчел, потому что они могут, укусить. Но хорошо, что они, как осы или еще кто-то, не сжалит так сильно. Угу. То есть после них ничего не остается. Находиться во дворе стало небезопасно, но некоторые ребята все равно продолжили гулять, соблюдая обычные правила поведения. Главное не махать руками резкими движениями. Ребята рассказывают, что один из жителей их двора вызвал пчеловода, тот и собрал насекомых. Новым местом жительства пчелы наслаждались недолго. Однако, почему они стали роиться на дереве, до сих пор интересно. Из-за жаркой погоды пчелы не смогли долететь до нового места жительства и остановились передохнуть на дереве. Порой такие остановки длятся несколько часов, а иногда и сутки. Других подобных случаев в городе пока зафиксировано не было, но все равно стоит быть начеку. Пчелиный яд может вызвать аллергию. Аделия Саттарова, Рафаэль Ракипов, новости НТР.